Когда в твоей жизни не хватает чего-то, когда ты не в полноте своей любви, чувств, спокойствия, когда что-то хочется найти, приобрести, раскопать, хочется чего-то живого, хочется счастья, любви, тогда важно проявить терпение и силу. Если ты в малом не можешь быть уверенным в себе, если ты в малом и в плохих условиях в начале еще не веришь, что можешь дойти, то и в пути ты вообще забудешь, куда шел. Поэтому делай человека из себя, пока ты еще нищий духом, когда ты в поиске, когда ты еще не в полноте своей, не в любви, не в счастье. Тогда работай над качеством жизни своей. Создавай фундамент, чтобы потом дом, что ты строить будешь, жизнь свою, хорошо и прочно мог стоять, не упасть. Важно, что закладываешь в начале жизни своей. Себя, веру в себя, мечты и чувства. Чувства и любовь, и счастье. Одна любовь всех нас объединяет, всех нас. Всех нас, людей. Мы в любви едины, неразделимы. А головой никогда мы не будем братьями. Никогда мы не станем братьями и сестрами головой, врагами будем. В чувствах будем едины. Поэтому вырабатывай качество своей жизни. Качество, а не количество. Вырабатывай силу и мечту свою. Цени. Цени любовь. Любовь к себе и к жизни. И тогда, когда придет пора твоя жизненная, и счастье, и успех, и преизбыток, и финансовые достатки, и материальные благи в твоей жизни будут, тогда будет качество помощник тебе, помощником тебе. Тогда будет сила, любовь и упрямство, воля и мечта твоя компасом, навигатором твоим по жизни.